Привет, дорогие мои! Хочу вам рассказать, что такое Хэллоуин. Об этом сейчас много говорят, многие пишут что-то. И я живу в Америке. Здесь его празднуют с тех пор, как приехали иммигранты, переселились с Ирландии, Шотландии, Англии. Подпаливают светильники Джека, так называются тыквы, и празднуют этот Хэллоуин. В России, Украине, Белоруссии, также постсоветских странах об этом еще мало кто знает. Но этот праздник очень захватила молодежь, и она решила ее отмечать с размахом. Вот. Сейчас очень модно стали зомби, мертвецы, как бы такое даже есть течение в Мексике, отмечают как бы тоже День святых или что они там отмечают, но это тоже карнавал большой с масками, с ряжеными такими своеобразными мертвыми. И здесь никакого нету добра. Здесь нету воли Божьей на этот праздник. Этот праздник несет за собой страх, ужас, кошмар. И в этом, может быть, молодежь и подзадевает, ей это нравится, им доставляет какое-то настроение праздновать эти вечеринки, это все остальное, но все это, знаете, что все, за всем этим стоит зло. И так как я мама, я волнуюсь за наших детей. Когда я приехала в Америку, я еще не знала, что такое Хэллоуин. Приехавши сюда, даже люди верующие, те, что ходят в церковь, отмечают этот праздник. Но я думаю, значит, это нормальный праздник, если отмечают. Вроде бы безобидный. Детки ходят, стучат, им конфетки раздают, одевают детки всякие карнавальные костюмы. Вот. Рады, особо дети всегда рады конфетам. Ну и вот. Откуда бы этот праздник пришел? Он пришел, когда еще друиды, кельты были. И там было очень большое жертвоприношение. Это недавно рассказал вот один из людей, которых связан был и с темными силами. Он рассказал, что с 31 на 1 ноября это большой шабаш у сатанистов. И он посвящается вот как раз этому Хэллоуину. Это духу смерти приносились жертвы. А эти жертвы, и вот откуда вот подпаливают тыкву. Первоначально это не была тыква. Это была репа, брюква. Она вырезалась, вот. Ну и также, может быть, возможно, и тыквы были, или они только вот в Америке стали распространенными. Так легче просто их вырезать, туда свечку поставить, и она светится. Вот всем начало весело, вот это весело. Тогда это было совсем не весело. И вот между собой друиды и кельты враждовали. Приносили жертвоприношение, это была человеческая плоть. Вот. И друиды брали на тележках, они возили, на простынях, возили уже произошедшее. После того, как они совершили жертвоприношение, они людей, мертвых, на простынях носили по деревнях. Стучались в дом, и вот откуда пошло это название. И вот название «Trick or Treat».
Вот. Они так спрашивали. Люди должны были открывать дом и отдавать одного из членов семьи в жертву. И жертвы были очень, вы понимаете, надо было добровольно кому-то пойти в жертву на смерть. И смерть была не такая уж, а была жестокая, ужасная и страшная. Вот поэтому ужасно было. Люди прикидывались, что в доме никого нету. Закрывали все ставни, все закрыто. Вот. У них, если вы знаете, вот у них там каменные дома были, или какие у них там дома были, они если замуруются, то их там нету, как будто. И тогда вот эти друиды, знаючи, что там кто-то есть, брали человеческий жир и в эту брюкву, типа тыквы, внутрь ложили и подпаливали. И это, считай, что через каждый дом вонь была по всей деревне, конечно. И подставливали под двери. Эта вонь и шла в дом. И говорят очень много, что от этой вони, потому что люди боялись, особо дети, представьте, вот, детки боялись, все боятся от этого ужаса. Это действительно был ужас, страх, наведенный на деревню. И многие не выдерживали, сами себя убивали или умирали от разрыва сердца, потому что в этом духе есть большая сила. Вот. И вот откуда бы этот Хэллоуин-то пришел. Как вы понимаете, в славянских народах такого не было. Мы такого ничего не знали и близко. И так как этот праздник сейчас полностью воплощается в традицию везде, я даже вот просто в шоке. В нашем городе будет парад. На этот парад я ходила, не знаючи еще ничего об этом. Вот. Так что, когда у меня был сын маленький, мы ходили на этот парад. Все весело, все смеются, пугают типа друг друга. Напугали. На самом деле это серьезные, очень серьезные вещи в духовном мире. Ни в коем случае не празднуйте Хэллоуин. Вы привлекаете на свою же жизнь всякие беды, всякие неприятности, всякие все, что можно негативное в вашу семью, вы привлекаете всякими не христианскими, а языческими праздниками. Так что выбор за вами. Выбираете ли вы свет, добро, или вы выбираете зло, страх, хоть даже это типа шутки. Так что спасибо, что посмотрели. Думаю, может, вам было интересно, познавательно. Вы задумаетесь. Может, не дадите больше вашим детям праздновать. Я вот своему сыну категорически сказала, больше мы конфет по домам не собираем, костюмы не одеваем, у нас этого праздника нету. И я поговорила с мужем, который тоже очень любил этот праздник, я ему объяснила. Это был не первый год, пока я ему так утолковала об этом, но, слава богу, он со мной согласился. Это уже взрослый человек, который тоже задумался, а реально ли это хороший праздник. Так что пока-пока. Всего вам самого хорошего.